Меры социальной поддержки не суммируются. Конституционный суд республики рассмотрел дело о детях войны. С жалобой обратились двое жителей Якутии, заявив о том, что согласно статье 4 закона Якутии о мерах социальной поддержки граждан, потерявших одного из родителей в период Великой Отечественной войны, они не получают положенные льготы. Как выяснилось в ходе судебного процесса, граждане могут рассчитывать только на одну из мер социальной поддержки, их льготы и выплаты не суммируются. Вердикт судей станет известен позже. Есть иные другие законы, которые устанавливают меры социальной поддержки. Например, это закон о ветеранах, федеральный закон о ветеранах. Это республиканский закон о социальной поддержке ветеранов тыла и ветеранов труда. Это федеральный закон о социальной поддержке инвалидов Российской Федерации. И иные другие законы, которые устанавливают меры социальной поддержки тем категориям граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это меры социальной поддержки, они совпадают.